Приветствую всех любителей мобильных игр, с вами Нибиру, и у нас обновление в Samurai Blade. Давайте коротко пробежимся по главным пунктам, которые изменили. Во-первых, что сразу стоит отметить, это интерфейс. Вы видите, у нас новые кнопки, хотя в принципе старые были неплохие, но новые выглядят, по моему мнению, более качественно, чем старые. Далее, смотрите, может кто пропустил, если мы зайдем в магазин и в эксклюзивное оборудование, то здесь добавили три новых эксклюзива. Это для Miyabi, Ruri и Kazumi. Для Kazumi здесь, к сожалению, нету, а вот для Miyabi и Ruri вы видите на первом и втором месте. Что можно сказать? Miyabi — это вообще имба-персонаж игры, поэтому если она у вас есть, обязательно покупать, обязательно. Ruri — это очень хороший танк, но здесь на ваше усмотрение, потому что есть танки и получше в игре. Это относительно эксклюзивного снаряжения. Дальше у нас добавлено шоколадное событие, и тут есть один аспект. А именно, вообще, что оно из себя представляет? У нас вот, значит, подарки. Мы добываем конверты с сердцами. И за эти конверты с сердцами открываем подарки. Смотрите, здесь какая штука. Вы можете, когда один конверт открыли, ну, не конверт, а подарок имеется в виду, за конверт открыли один на этапе, вы можете этот этап скипнуть. То есть, например, вот смотрите, у меня есть сейчас 228 конвертов. Я могу открыть два подарка. Давайте я открою один. И сейчас я могу, в принципе, и дальше открывать. Но я могу скипнуть целый этап и перейти на следующий. Зачем мне это надо? Когда вы нажимаете на список наград, высвечивается список наград за весь этап. То есть вот здесь где-то среди подарков это спрятано. Надо мне это или нет? Вопрос именно в этом. Если мне это не надо, то зачем мне тратить эти конверты на именно этот этап? Я лучше его пропущу, потому что, возможно, в следующем этапе будут более хорошие, более выгодные для меня призы. А что надо выбивать? Конечно же, надо выбивать билеты призыва. И все, что касается призыва. Например, смотрите, в следующем этапе, ну, молотки, хорошо, сундук с камнем судьбы тоже неплохо. Но это не то, что прям вот надо-надо. Четвертый этап тоже, обратите внимание, ну, такое себе. Пятый, вот хорошо, что тут изумруды будут. Изумруды можно попробовать выбить. Шестой тоже можно скипнуть. Седьмой, черный свиток можно выбить. Восьмой тоже как-то. А вот девятый уже скипать нельзя. В девятом надо идти до победного, пока вы не найдете билет. И вот давайте я покажу на примере. Например, этот этап я хочу скипнуть. Ну, нету тут того, что мне бы прям хотелось. Что я делаю? Я вот открыл подарок. И как только я открыл подарок, я жму на следующий этап и тем самым его скипаю. И тут будет сразу третий этап. И таким образом вы, открывая по одному подарку, можете скипать этапы до 16-го. Почему до 16-го? Потому что, смотрите, у нас есть последний абзац тут в описании события. Начиная с 16-го раунда, а он считается бонусным раундом, появляются только третий и четвертый призы, и вы можете перейти в следующий раунд после обмена всех наград. То есть, начиная с 16-го этапа, нельзя открыть один подарок и скипнуть этот этап. Надо проходить весь этап. Поэтому мой вам совет: открывайте все подарки только на тех этапах, где в премиях есть что-то прям для вас очень нужное. Это, я думаю, важно знать, чтобы попусту не тратить эти конверты. Сами конверты нам дают за выполнение заданий. Вот тут вот вы можете открыть вкладку «Достижения», и тут задания, которые надо выполнить и за которые вы получите конверты. А также им их дают за трату энергии. Допустим, я вот, например, сейчас давайте потрачу. И вы видите, что дают конкретно с этих этапов по 12 энергии, в зависимости от того, сколько вы тратите. Если вы нажмете на конверты, то тут написано, да, его можно получить при использовании контента, а также использовать для обмена шоколадной награды. Подождите, тогда давайте в шоколадные награды еще раз зайдем.
И здесь я где-то прям видел, в каком соотношении дают. Да, вот смотрите, два сердечных письма за одну энергию. Так что вот в такой пропорции вы их будете получать. Дальше для тех, кто донатит, коих, я думаю, очень мало, добавлены новые горячие предложения. Сейчас покажу их. Вот они. Вот эти пять предложений добавили после обновления, поэтому если у вас есть интерес, конечно, первое предложение, я думаю, по-любому стоит взять, потому что тут 5 билетов призыва. И стоит оно 400 рублей, это достаточно хороший курс. Поэтому смотрите сами. Еще что хотел сказать. У нас новый баннер Кагура и Йосина. Значит, Кагура — это очень классный персонаж, он топовый, и Йосина, в принципе, тоже. Поэтому, если у вас есть такая возможность, тратьте все ресурсы на этот баннер, пока вы не призовете одну и вторую. Это мой совет, следовать ему или нет, решайте сами, но я бы именно советовал вам крутить этот баннер. У меня есть Кагура, но нету Йосина. Я сам хочу это сделать, но алмазов, как вы видите, у меня пока мало, чтобы крутить. Надо или билеты где-то получать, либо алмазы. Это, в принципе, все, что касается обновления. К сожалению, пока чего-то такого фундаментального не выкатили. Вот. Но радует то, что разработчики на игру не забивают. Относительно гильдии, у нас, как вы видите, на данный момент 4 свободных места. Гильдия называется Локи, вход свободный, поэтому, пожалуйста, кто хочет в гильдию, кто еще не состоит в ней, заходите, буду всем рад. У нас люди активные, достаточно хорошо проходим боссов, каждую неделю получается чуть-чуть подальше зайти. Так что, еще раз, будем всем рады. Спасибо всем за внимание и до встречи в следующем видео.